Меня зовут Инна Стан, вы смотрите программу News Time. Наступила осень, и мир шоу-бизнеса уже бурлит новыми событиями. News Time. 12 сентября в Москве при поддержке Bridge TV «Русский хит» пройдет концерт группы «Город 312». На выступлении в клубе «16 тонн» артисты сыграют как все хиты группы, так и песни из нового альбома. News Time. 8 октября в Санкт-Петербурге при поддержке Bridge TV «Русский хит» пройдет концерт «Певица Славы». На выступлении в БКЗ «Октябрьский» артистка представит новое шоу «Крик души», куда войдут новые песни. News Time. Страна отмечает День знаний, ну а звезды тем временем выпускают свои новые видео. Подробности в нашем следующем сюжете. News Time. В этом сюжете о сюрпризах, которые компания Bridge Media приготовила для своих зрителей в новом осеннем сезоне. Обновления коснутся 5 ведущих музыкальных телеканалов страны. Начал свое вещание телеканал Bridge TV Hits, в эфире которого самая модная музыка для молодой и продвинутой аудитории. 3 сентября начал свое вещание новый телеканал Bridge TV Deluxe с уникальным форматом. В эфире джаз, фанк и множество другой не менее интересной музыки. Телеканал для любителей изысканной музыки. Вещание будет идти в высочайшем HD-качестве и без рекламы. Аналогов, я не побоюсь этого слова, мировой практики нет. И любители музыки оценят Bridge TV Deluxe. Обновления коснулись и телеканала Bridge TV «Русский хит», в эфире которого лучшие отечественные клипы. В павильонах Мосфильма прошли съемки заставок для нового оформления канала, которые зрители смогут также увидеть в сентябре. Новый слоган «Вот это музыка». Вы смотрите Bridge TV «Русский хит», вот это музыка. Мы хотели подчеркнуть, что музыка не имеет границ. Музыка раздвигает все границы. И качество этих роликов и идеология, которая в них присутствует, это демонстрирует. Приятные обновления коснулись и эфира Bridge TV. Знакомая многим программа Rock Party Time с сентября станет выходить в совершенно новом формате. Это очень интересная передача, которая рассказывает, как зарождалось это направление музыкальное. Рассказы о самых известных рок-группах, музыкантах. Ну а для наших юных зрителей этой осенью стартует новый сезон детской программы Baby Time. Этим летом в столице прошел кастинг, где были выбраны талантливые мальчишки и девчонки, которые пополнили ряды ведущих программы и теперь будут показывать интересные места Москвы и рассказывать любопытные факты об окружающем мире. Ну а полюбившийся многим международный музыкальный фестиваль Bridge TV Need for Fest в этом году, прошедший в Турции уже в третий раз, получит свое долгожданное продолжение. В этом году мы решили, что фестиваль должен проходить уже 2 раза в году. Это будет осень и это будет весна. Компания Bridge Media продолжает свое развитие. Впереди еще много новинок, подробнее о которых в ближайшем будущем. News Time. Друзья, на этом все. Вы смотрели программу News Time. С вами была Инна Стан. Пока. News Time.